начать, я буду меньше разговаривать, иначе не успею. На примере их, для чего вообще служит мимика человека вообще для человечества? Для того, чтобы мы были какими друг другу, понятными. Понимаете, понятными. Что вы делаете с помощью техники? Вас заставляют быть понятными. Чтобы это было шаг-шаг. Опускание, поднимание. Тоже, чтобы вы каждый действие Я протанцевал. Что протанцевал, непонятно, но что-то танцевал. Быть понятным. То же самое мимика. Вам дана для того, чтобы быть понятным. Вы знаете, что в социуме у нас, в Москве, даже в случае в России, в основном контингент это вот. У нас условия холодные, среда холодная, лицо народу много. Поэтому все ходят вот так. Здравствуйте, я очень веселый, позитивный человек, я душа компании, я всегда завожу людей. Давайте, то есть у нас не принято немножко слово, готовить слово, да, а творчество, оно на то и дано, чтобы быть понятным, что мы имеем право показывать чувства и эмоции и играть. Вот, например, их, они выражались сейчас и выполняли то задание, которое я дал им. Но чтобы вы понимали, что еще следующий шаг, что нам достаточно, и почему я говорю про игру. Потому что иногда, да, есть перебор уже. Перебор, когда надо себя сдержать и, например, создать что-то, я проделываю Thank you.
сидел. То есть у них было видно, для вот этого бам-бам-бам-бам. Бу-да! Бу-ба! Все, у них было вот это и есть, поймите. Я на латинском, кто был на практике, говорил. Чувства и эмоции находятся во всем теле человека. И любой изгиб – это уже изменение эмоций. Это уже это вот характер, характер. Это уже эмоции. Вот они сейчас это сделают. Не истерите. Не надо это превращать в эту эмоцию. Знаете во что? В монотон. Thank you.
она еще добавит то, что в ней скрыто. Саша, мы продолжаем, да? Да, мы продолжаем. Второй закон. Эмоции. Отсюда и смешно спрашивают. Давай.
сделали все, что мы не начали. Внешне. Поехали. Включенные. Внешне. Сильно. Нет. Стоп! Вы еще не сказали, вы не спросили у зрителя. Судьи, вот люди. Итак, внешний вариант. Поехали. И... Здравствуйте. Нет, стоп. Клоунизма и вот это вот не надо нас унижать. Товарищи, без этого лишнего. Это не вкусно. Надо дорого, богато. Это уже клоунизм. Поехали. И внешне. Стоп, не надо музыки, подожди. Они еще не создали образ. Готовы. И внешне. И зафиксировали. Да. Видно, что она включенная? Да. Видно, что он включенный? Нет. Пока не включится, не продолжим занятие. Даже заняты нет. Ты куда смотришь? Ну, вот ты сзади. Поехали. Сзади даже не включил. По ягодицам видно, что не включил. Я маньяку там зажал. А зачем ты так? Вот просто спокойно можешь стать. Ты просто сейчас смотрите на его примере. Он сейчас пытается это найти внутри себя. Не надо ничего искать. Спокойно встал, я согласен. Понимаешь, все, спокойно. А ты пытаешься искать. Спокойно будь в своем теле, занимайся своей техникой, как ты любишь и как ты хочешь. Просто создай это внешне. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня на прогон. Поболеть за ваших детей. Спасибо, уважаемые родители, что ваши дети занимаются таким направлением. Понимаете? Все. Вперед. Внешне. Откройся, откройся. Улыбнись. И держи. Улыбнись. Вот тут покажи. Вот не спокойно. Да, молодец. Спокойно, улыбнись. Посмотри на меня. Видите, улыбнись. Надо это тело. Тяжело, да? Хорошо. Вы быстренько. Давай, эй. А что я тут сделал еще? Давай, ты готов. О, вот это мне нравится уже, что-то пошло. Как это? Подождите, что это уже? Внимание. Давай, сделай. Маша, да? Я и так тебя вижу по мере. А, ты хочешь мне продать? Давай, продавай. Продавай. Ты внутри сейчас. Ты внутри. Я вижу все. Смотри, что я вижу. Смотри. Ты совершаешь действие. Смотри на меня. Видишь, сколько мелочей я эту вижу, твою грязь, которая ты как руб. Так у тебя эти губы. Это все нервоз, это все. А я тебе говорю о том, что стал конкретно. Здрасте. Пригласил. Все! Конкретика, а ты 45 уже губами показал, что тебе тяжело, что ты нервничаешь, что ты не уверен, что тебе сложно. Вот что показал. Я тебя хочу все. Все, раз, раз и пошел. Все. Не надо мне всю свою историю в своих годы жизни рассказывать. Давай. Руки заняты. Все, все время пришли. Первый раз, когда танцуете, я не могу понять. Раз, вот так, вот так. И уже раз встали, два встали, понимаете? Давай. Такое позитива нам, да? Нам тяжело жить, понимаешь, выборы 18-го. Давай, мы не знаем, что с нами будет. Скажи, что все будет хорошо. Просто мимика и ничего. Да! Ну просто мимик. У меня зубы сушат. Да это прекрасно. У меня вообще сушат. Давай. Да. А зачем ты убрал? Зачем ты убрал? Зачем вот так? Ты можешь спокойно стоять. Да, вот так. Потому что вы не понимаете, сколько вам раз говорю. Ты сейчас стоишь рядом. Один. И все внимание направлено на тебя. Выведи сюда сейчас 10-15 пар, одень их в яркие платья, намажь этих яркими тоналками, вот такие глаза, вот такие волосы, и твоя вот эта улыбка.
улыбка, она ничего не будет видна. В этом нет энергии, потому что собраться, сыграть, это надо вот потратиться. А вот это в тебе искать. Поехали. Раз. Встал, молодец. Вот уже сейчас верю, да. Ну только грубо говоря. Хорошо. Ладно. Молодец. Ну сейчас будет ничего. Окей. Поехали. Вы, короче, поняли. Вот это дело. Все, как можно. И второй вариант. Без девайс. Сразу внешне. Да, фиксировать. Take this promise to your heart.
Второй, третий, четвертый то же самое. Хорошо. Надо уходить на паркет. Вас задать, а все играть. То есть у вас нет живой реакции ни одной. Thank you.
глаза поднимай. Открой глаза, папа. На слово глаза, папа. А там, верни, 50 на 50. Где показывают? Я так понимаю. Они в одном месте были не в круге. Давайте, красиво, сделайте для себя, давайте. Все с улыбкой, все красиво. Отстань от Яны, пускай она отдохнет. Я тебе потом все напишу. Она не танцует, ей все равно. А ты танцуешь, а тебе тоже все равно. Ну все, нельзя. Нельзя. Надо любить подругу. Но тренера надо любить больше. А паркет еще больше. Туда нужно взаимностью отзываться. Значит, можно обидеться и больно стукнуть. Чего она приехала, не танцует? Так, поцеловаться. Мало сдают по 10 школ. Мы говорим.
лишние моменты. Не надо везде. Видишь, сколько много лишнего. Можно брать. А зато, например, вот я тебя попросил, вот в этом акценте сильнее сделать. И... Ася-ся. Понимаешь, я ася-ся. Энергию надо сконцентрировать и бросить. О, понимаешь? Понял? Сконцентрировать и бросить в точку мишени. В нужный момент. А не везде. Ни о чем, опять же, суета-суета. Треть, скажу.